Управляющие компании заставят пересчитать квитанции за февраль. В жилищном комитете подтвердили, жилкомсервисы завысили счета за отопление в 5000 домов. Средняя температура февраля составила 0 градусов, в то время как январский показатель – минус 11. Несмотря на это, управляющие организации города выставили жильцам 5074 домов счета на уровне январских, а то и больше. Жилищный комитет провел проверку и признал начисления неправомерными. Вразумительных ответов дать не смог, почему так произошло, и это понятно. Если кто-то помнит курс физики, то объяснить эту ситуацию невозможно, ссылаясь на законы физики. Только в 249 домах из указанных 5000 огромные счета признали правильными. Это вызвано задолженностью за предыдущие месяцы, пояснили в ведомстве. Председатель жилищного комитета пояснил, что в зимние месяцы управляющие компании нередко поставляют в дома максимальный объем тепла, не регулируя температуру теплоносителя. Однако потребители не должны оплачивать такие навязанные услуги.